чуваки, с вами Джейл, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с новой рубрикой «Битва рандома». Всем здорова! И сегодня, чуваки, у нас будет второй выпуск по этой крутой рубрике, потому что прошлый ролик набрал целых 40 тысяч лайков, и я понял, что «Битва рандома» вам понравилась очень сильно. И сегодня, ребят, у нас такая же есть парковка, только тачки немного изменены. У нас есть суперкары, гигантские бигфуты, маленькие бигфуты, тачки на пульте управления, лимузины, дримузины. Короче, даже поезда у нас в коллекции есть. И сегодня, по правилам, мы с помощью рандома узнаем, кому какие три тачки достанутся для трех испытаний, в которых мы с Пашей будем сражаться за первое место. Ребят, надеюсь, правила вам понятны, так что я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас кушает. Ну и, ребят, если мы наберем столько же лайков, сколько и под прошлым видосом, то тогда давайте в следующей серии у нас будет парковка военных, стреляющих, опасных автомобилей. Ну а мы не будем тянуть, погнали уже выбирать и собирать себе коллекцию тачек. Ну что ж, чуваки, давненько не было этой рубрики, целую неделю. И как вы знаете, чуваки, у нас есть всего три попытки, чтобы собрать себе полную коллекцию. Смотрите, даже разметки у нас появились. Три тачки для меня и три тачки будет для Паши. И сегодня у нас есть Мерседесы, Бентли, разновидные бигфуты, даже КамАЗы есть. КамАЗ, хочешь себе, Паша? Бэтмобили где? О, раз Бэтмобиль, два Бэтмобиль, три Бэтмобиль. Нифига себе! Вот там, четыре Бэтмобиль. Ребята, у нас даже поезда есть и вот такие ареноварские машины. Короче, давайте определимся, кто сегодня первый, кто второй. По очереди будет выбирать себе машину. Ну что, давай, на камень, ножницы, бумага, по стариночке, по новиночке. Готов? 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 Конечно, готов! Все, на счет три начинаем. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень! Ничья! Ты чего? Давай, давай. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ножницы! Да ты чё? Ты чё? Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень! Да! Ребята, это жесть! Три раунда у нас ещё никогда не было одинаковых. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень! Победил его! Да! Жалко! Да-да-да-да! Всё! Я сюда первый выбираю тачку, и тут их у нас ровно, смотрите сколько. Вот тут начинается первая машина. Цифра один, видите? Один. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. 31. Потом вот тут у нас сверху 32-я. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. И 62-я вот эта тачка. 62 тачки. 62 машины у нас в коллекции. Ну что ж, первая тачка для Джела. Мы спрашиваем у Алисы. Я даже свою интуицию проверил и предскажу число под номером 14. Вон там. А я предсказываю 32. Окей, давай, Алиса, назови число от 1 до 62. Алиса, давай 32. Я угадаю, я угадаю. Ну-ка. 43. 43. Ой. Где это? Стой. Я вот, не пойму. Вот сверху 32. Идет 32. 33. Так. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Так, 40, 41. Да. 42. 43. О. Бэтмобиль! Мы только про Бэтмобили заговорили, и мне Бэтмобиль выпал! Чуваки, насколько мне повезло, вы посмотрите! Так, а как еще самый жесткий! Запрыгнуть туда так, и... Опа! О, получилось! Красава! Теперь аккуратненько залезаем сюда! О, давай стоп, как залезть-то? Я не знаю, стой! А как сесть там дело? Погоди, я сесть не могу! А там через стекло! Нет, какое через стекло? Наверное, вот тут надо сбоку! Так, ну-ка, смотри! Так, о, все, слепортировался! Ребята, так, выезжаем вниз! Оп, оп, аккуратно! У него пулемет есть! Чуваки, если я заберу эту тачку для гонки, то смогу в гонке расстреливать Пашу сегодня по полной. Ой-ой, не надо! Ты понимаешь, что тебе будет хана по полной? Паркуюсь на парковочное место и давай проверим твою удачу. Ты готов? Ну-ка, конечно, готов! Итак, чуваки, спрашиваем теперь Пашу число от 1 до 60. Двух. Ну что, я предсказываю тебе число... Три! Трицикл останется. Да-да-да. Я предсказываю 34 также. 34! Ладно. Алиса, назови для Паши тачку от 1 до 62. Алиса, давай тоже какой-нибудь Бэтмобиль. Пожалуйста. Число 4. О, 4! Это было близко! А что это? Это раз, да два, три, четыре. Чего? Чего? Скайлайн! Так, мне не нравится. Мне не нравится, ребята. У него есть ускоритель. Ты чё? Ой!
Ты офигел, что ли? Извините. Нет! А что такая жесткая тачка? Вы посмотрите. А, капот сломал себя. Смотри, ты тук-тук-тук-тук. О, елки-палки. Тебе хана. Если бы тут была бы обычная машина, ты бы ее сломал, ты понимаешь? Ты просто по машинке на пульте управления проехался. Повезло ей. Так, чуваки, теперь моя очередь. Давайте посмотрим, что мне достанется во вторую коллекцию. На второй раунд. Так. Я хочу, знаешь что? Я хочу и предсказываю себе Кибертрак! Зелененький огурец. Вот это так, вот картинг розовый. Кибертрак. Девчачий. Какой розовый? Да вот картинг тут есть. Так, Алиса, назови для меня тачку от 1 до 62. Алиса, давай ему развалюху какую-нибудь, пожалуйста. Число 54. 54? О. Это где? Это так, что такое? Стой. Ну-ка, еще раз. Внимательно, ребята. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дыры. 31. Считаем. Дальше. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54. О, это, чего? Это... В смысле? Мне поезд достался. Офигеть! Ребята! Это как? Я отвечаю, это самая жесткая битва рандома! А как я на поезде поеду-то? Я не знаю. А я не знаю. Я даже залезть не могу. Или могу? Помогите. Залезай. Ребята, лайкос однозначно. Это что за жесткая серия такая? Ну-ка. А как выбирать? Ребята, кажется, я наполовину выполнил задание. Я уже сел в поезд. Паша. Люка, тихо. Что? Как мне приземлиться? Так, ребята, я, кажется, управлять научился поездом. Вот так. Помогаю. Ой, с дороги. Ты понимаешь? Я придумал! Знаешь, что я сделаю? Чего я не буду! Делаешь? Я не буду! Бэтмобиль брать на гонку! Я на гонку заберу себе поезд! Ты понимаешь, чего? Что он ни одну тачку в покое не оставит, я просто буду таранить все на своем пути. Чуваки, на поезде буду в гонке участвовать. Вот стопудово отвечаю. Так, это и давай тебе вторую тачку выберем. Я думаю, тебе выпадет точно развалюха, поэтому, Алиса, назови теперь для Паши тачку от 1 до 62. Алиса, я предсказываю число 15. Сейчас найдем. Что найдешь? Где найдешь? Что найдешь? Еще раз, назови число от 1 до 62. Алиса, давай число 15. Я предсказываю себе 15. Число 8. 8? А что тебе сразу такие низкие цифры падают тут на первом ряду? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну-ка, что там? Чего? Тебе Skyline выпал! Ты чё? Неплохо. Ну-ка, подожди, точно Skyline? 9, 10, 11, 12, да, Skyline. Ну Паша, да, Skyline. У тебя два Skyline. Вот такой на больших колесах да, и на маленьких колесах. Чего? Смотрите, реально, одна тачка в стоке, а другая протюнингована на максимум. Ребята, получается, у Паши сегодня какая-то японская дрифт-коллекция. Ладно, проверим. Мне какая достанется последняя машина в мою коллекцию. Вы просто стрит-сракер и самый непобедимый Джоэл Киберпунк. Да что надо фиговую какую-то тачку? Давай. Смотрите, у меня сегодня самая крутая удача, поэтому я предскажу, раз мы такие жесткие машины достались, то мне достанется, знаешь что? Наверное. Вот картинг! Это чудо! Нет, вот это чудо под названием Арена Бигфут. Ребята, предсказывай себе Арену Бигфут. Алиса, число назови для меня от 1 до 62. Алиса, давай ему развалюху какую-то, а то у него хорошие тачки. Пожалуйста. Выпало число 18. Выпало 18! Ты слышал? 18! Не знаю, как считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18! Что? В смысле? В смысле? Я же киборг-терминатор! На тележке, что ли, кататься буду? Ну, конечно, терминатор! Короче, киборг-терминатор поехал в магазин, ты понял? Алиса, спасибо! Чё за подстава, Алиса? Я не понял, какой... Хорошая коллекция у тебя, честно говоря! Это ему должно было достаться, не мне! Ладно, чуваки, буду сегодня на тележке, на поезде и на мобиле кататься. Но зато я охренею, если тебе... А есть еще один Skyline какой-нибудь? Ну-ка, ребята, смотрите. Надеюсь, нету. Сейчас... О, вот! Не Skyline, а Nissan GT-R. Это Nissan. Прикинь, ну да. Тебе GT-R полицейский достанется, чисто одни Nissan и но будут. Ну это нереально. Ну давай проверим, повезет ему или не повезет. Я офигеюсь, реально достанется. Итак, Алиса, называй последнюю супертачку для Паши. Ну-ка. От 1. Так, не нажал, еще раз. От 1 до 62. Алиса, давай жесткую тачку. Bigfoot из Arena War, пожалуйста. Число 42.
Число 42. Итак. О, что это? О, чего? Так. Подождите, я, кажется, это что? Вот это, ребята, число. Видите? 44. Так. Поэтому вот тут 43. 42. Тебе это... почти Nissan выпал. Красный. Только у тебя Rolls-Royce. Rolls-Royce. Беленький. Rolls-Royce. Да еще и кабриолет. Ты что, мажор, ну, что ли? Ну, тоже неплохо. Давай, давай, я тебе сейчас помогу. Раз, два, три, вот так. А я вот такой Rolls-Royce. Развалюха какая-то. Чуваки, вы понимаете, что сегодня за коллекция у нас? У Паши одни суперкары, спорткары и Rolls-Royce. Давай задний ход. Сейчас придавлю тебя. В смысле? Что это такое? Уберись. Не уберусь. Получается, у Паши Rolls-Royce, Nissan и еще один Nissan прокачанный по полной. А у меня тележка из магазина, далее гигантский поезд и Бэтмобиль. Чуваки, повезло больше. Просто лайкос за сегодняшнюю серию. И, чуваки, в комментариях напишите, у кого, по вашему мнению, коллекция круче. Вот это у Джела, а вот это у Флейзина. Короче, пишите, Флейзин или Джел, кто-то из нас победит по голосованию зрителей. Ну а мы переходим к первому испытанию. Итак, ребята, а наше первое испытание будет сегодня именно вот таким эпичным. Гигантский поезд против маленького Nissan Skyline. Чуваки, вы понимаете, только в этой рубрике может быть вот такая дичь, чтобы такие разные коллекции тачек нам сегодня выпали. Потому что в прячущей у нас обычно спортивная против спортивной, внедорожная против внедорожной. А тут вообще поезд у меня, а у Паши Skyline. Так что, ребят, если хотите следующей серии тоже видеть, давайте с вас однозначно лайкусик. Ну а мы запускаем нашу гонку без правил на счет 3. Ты готов, Паша? Я готов, давай! Раз, два, три, погнали! Ура! Давай! Так, ура! Так, так, так. Надеюсь, ты броню себе поставил, потому что я могу тебя раздавить в лепешку. Опа! Ребята, у нас катапульта! A few moments later. Ребята, вы сами все видели. Просто раздавил Пашу. Держи меня подальше. Раз, два, три, погнали! Газую! Это был несчастный случай. А ну не стандарт. Ой-ой-ой, понял. Ты меня так же даже не пытайся протаранить. У тебя нету шансов. Так, чуваки, у меня другая тактика. У меня нету шансов повернуть. А что ты прыгаешь? Я хотел тебе дорогу перекрыть так-то. Ладно. Да, потому что это тактика. Сейчас я на трассу выйду. Ты поймешь всю мощь моего поезда. Итак, здорово. На тебе. Увернулась козявка. Газуй быстрее. Давай, газуй. Иди сюда. Я тебя съем. Давай. Ребята, зажимаем его. Вы посмотрите, с дороги едет поезд по дороге. Ты что делаешь? Я просто терминатор какой-то. Да ладно. Чуваки, ну просто самая эпичная, самая жесткая серия сегодня. По встречке. А что такое хитрый? А ну иди сюда, давай, здорово, корова. Ты понимаешь, я не сделаю, ни разу тебя не пропущу, чтобы ты вперед меня поехал. Против поезда невозможно играть. Да, против поезда нет приема, как говорится. Против лома нет приема. Осталось 2 километра, 500 метров. И надо Пашу не пропускать. Это ты какая-то хватит. Пакетово. Я из тебя перевернулся. Нет, поезд, давай. 2 километра и будешь финиш. Мы сражаемся за баллы. Нет, я тебя не пропущу. С дороги. Тихо, Паша. Ты мне ничего не сделаешь, креветка маленькая. Давай, валяй сюда. Ребята, главное сейчас затормозить, и я не пропущу тебя. Давай, догоняй. Задний ход. Отойди. Так, как ты надо мне развернуться? Не могу развернуться. Да что делать? Уйди. Ой, не поворачиваю. Не понимаю. Как мне развернуться? Нормально, Паша. У тебя без шансов проигрыш. Так, давай, давай. У меня шансы есть. Ой, вали. О, взорвался. Взорвался! Да как? Ребята, ну он сам под колеса сунулся. Ну понимаешь, пипец. У меня поезд уже разгоняется быстрее, чем у тебя. Я бы тебя не пропустил ни на секунду. И получается, да, уже на первое место через 400, 300 метров, 250 метров. Так, нет, едет он долго довольно. 100 метров, 10 метров, финиш! Все, первый балл у меня в кармане, ребята. Переходим ко второй битве на следующих выпавших тачках. Ой-ой-ой, ребята, бирюзово-красный красавчик. Вы зацените, это самый гламурный Бэтмобиль Бэтмена. Мы приехали с Пашей на второе испытание на толкучку на воде. Кто кого скинет в воду за 2 раунда, получит 2 балла. Ну что, are you ready? Ага, я ready. Давай, у меня пулемет есть, не забывай. Раз, два, три, погнали. А у меня ускоритель. Какой тебе тринтет, так вот что ты тачку для гонки не брал. Ой, чего? Тихо, тормози. Не понял. Ты что на трюке? Я думал, ты улетишь. Давай, ускоритель, вырубайся. Тихо. Слушай, мне кажется, зря ты эту тачку с ускорителем взял. Пока. Это будет пипец. На тебя.
Давай, не давай, давай. Бэтмобиль рулит. Так, здорово. У меня тактика есть. Нет, нет, тактика не надо. Отмена, отмена. Ты чё? Так, чуваки, нужно избавиться от этого реактивного. А-а-а, апельсина. От тебя. Да. Тихо. Улетел, улетел, улетел. Блин, улетел. Ты улетел? Есть, он улетел. Получается, у меня еще один балл в коллекции. И мы переходим ко второму раунду. Ладно, чуваки, я так подумал, удлиняем, будь у нас не два раунда, а три раунда, потому что эта креветка сам себя уничтожает. Ну что, сам ты готов? Креветка, готов? Конечно, готов. Готов. Раз, два, три, погнали! Так, здорово, здорово, ой-ой-ой, давай. Капец, ты как пушинка легенький, иди так, сюда, у меня пушинка. Давай, тактика, давай, пушинка. Галактика, пошел отсюда. Ой, откинул меня на километр. А прям. А что ты такой тяжелый? Давай, еще раз, ну-ну-ну. Не получается, что ли, да? Потому что я самый тяжелый Бэтмобиль. Я 10 тонн вешу. Ты жесткий какой-то. 20 тонн. Сколько? 40 тонн. Колеса прокатить тебе? Я колеса прокатил. Оп, вот так. Красиво, красиво. А теперь время купаться. Время купаться. Время уничтожать тебя, бам. Купил. Что ты тяжелым стал? Ну-ка, а ты что таким тяжелым стал? Поехали, помогу. Давай, давай, давай. Нет, стой. Сработало. Ты что? Офигел? Ладно, 2-1 счет. Переходим к финальному раунду. Ой-ой-ой, ребята, зацените. Чисто тачка на игрушечный Бэтмобиль похожа. Ну ладно, третий раунд. Ты где, готов? Давай, Бутман. Первая, вторая передача, четвертая, десятая, 21-я, 101-я. На, набей. Ой, давай. Тихо. Давай, упал в воду. Я упал в воду. Ты чё? Иди сюда. Давай. Я сейчас вернусь. Давай, вернешься. Я тебя сам допихаю до воды. Нет, ага, конечно. Стой. Не-не, давай поменяемся местами. Так, пулемет бой. Давай, вот, да, правильно. И давай, пока. Ты чё? Это нечестно. Я чё? Я в воду соскользнул. Ты упал? Да, он улетел, а я упал. У меня он сам поскользнулся. Ладно, Паша получает еще один балл. Счет 2-2. Ну еще у нас испытание финальное на последних тачках. Та-та-та-там, чуваки, а у меня супер маленькая тачка. И смотрите, сегодня финал будет у нас именно Rolls-Royce против картинга. Тем более, моя тележка картинг в магазин ездил. Короче, ребята, это испытание последний выживший. У нас, Паша, есть 5 звезд у каждого. За нами начинается охота военных, охота танков, охота вертолетов, полицейских. Короче, все наши силы военные охотятся за нами. И кого из нас первого сегодня уничтожит военный, тот и проиграет. А вот кто останется в живых последним, получит финальный балл и займет первое место в видосе. Это мы! Вот они засекли нас. Нас засекли, нас рассекретили. Валим! Но, ребят, почему я люблю маленькие тачки? Потому что на них можно прятаться куда угодно на военной базе. Ай, танки по ним не попадают. Я передумал, придумал. Паша, что там придумал? Я поехал в бункер. О, точно! Подожди! Бункер будет моим. Так, надо, а бункер, тебе его он тут или не тут? Стоп. А, он, да, не тут, тут. Он не тут, Паша, он не тут. Паша, пакет, давай. Так, а я могу сбегать? Нет, так, аккуратненько. Подожди. Вот так. А, ты чё? Ой. Спасибо. Давай, нет, удачи. Подожди. Можно мне в бункер спуститься? Так, пока. Тут, ладно, стоп. Не тут. Надо. А то рядом один останется. Давай. Так, а мне газу нужна помощь. Назад. Я летел! Помогите! Ребята, серьезно? Полный газ! Газ вперед! Газ полаз! Давай! Газу назад! Да-да-да, помогите! Паша, мне нужен еще миллиметр, чтобы выбраться отсюда! Как тебе помочь-то? Я не могу, еле-еле. Паук мобиль. Давай. Оп! Спасибо, все, поехали. Ты где крыло оторвал себе? Так, ребята, главное, чтобы там танки не приехали. Чё? В смысле подстава? Лучше б я в бункере сидел. Иди ты нафиг, короче. Всё, вот в следующей серии, ребят, если вы в маленькой тачке, я буду сидеть всю серию в бункере, и меня никто не достанет. Ладно, ой, да, окей, у Фейсна есть один последний балл, и счёт у нас 3-2 в его пользу. Но, ребята, пишите в комментариях, у кого круче. Может быть, за голоса зрителей я получу тоже один балл, и будет нас ничья. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребята, на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поддержите его лайкусиком. И напомню, чем будет больше лайков, тем быстрее выйдет следующая серия по битве рандома. Ну и в комментариях тоже напишите, у кого коллекция круче, у меня или у Фейсна. Напоминаю, если будет больше голосов за меня, я получу дополнительный балл от зрителей. Ну а с вами были мои крутые пацаны. Всем удачи, всем пока, дуба! Всем пока, народ!